От идеи до стабильного заработка. Такой путь проходят предприниматели Ульяновской области. Попутно возникают вопросы. Как не прогореть, не потерять целевых потребителей и прибыль? Грамотно жонглировать своими навыками и возможностями помогают эксперты, юристы и бухгалтеры. Они же проконсультируют в спорном вопросе. Чаще всего подобные возникают в ходе оперативно-розыскной деятельности, которую ведут органы госбезопасности и полиция. Они не имеют должного и правового регулирования, ввиду чего наступают определенные нарушения прав предпринимателей, что напрямую сказывается на результатах предпринимательской деятельности, затрудняет работу, сопряжено с изъятием информации и документов, которые используются в текущей деятельности. Как показывает практика, вместе с документами могут изъять и носители электронной информации. От них в современном мире зависит производственный процесс. Как следствие, сбой работы. При этом вина предпринимателя может быть не доказана. Чтобы избежать подобных случаев, эксперты подготовили предложение об улучшении законодательства. Аналогично поступают и с другими аспектами. Есть, например, проблемы регионального масштаба, которые требуют вмешательства конкретных должностных лиц правительства Ульяновской области. Мы по итогам наших обсуждений формируем резолюцию. В нее вносится предложение для решения конкретного вопроса. Есть другой путь – федеральный. По нему следуют проблемы, которые нельзя решить силами региона. Зная свои права и имея возможность управлять ими, предприниматели могут развивать свой бизнес. В этом направлении занято больше 40 тысяч ульяновцев. Александра Никитина, Марат Мегдиев, Управда ТВ.